Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Видео сегодняшнего по боксу мой ADX Up. И мне задают очень много вопросов и ВКонтакте, и в Скайпе. Как пополнять спеер кошелька вручную. В этом видео я хочу показать, как правильно пополнять спеер кошелька. И как правильно выводить денежку. Вот у меня на балансе $20. Я их сегодня выведу. Давайте сначала начнем с депозита. Значит, нажимаю депозит. И выбираю платежную систему. Значит, смотрите, давайте я буду пополнять на $1. Перевожу на русский. Значит, выбор платежной системы. Я выбираю Payeer. Так. Введите сумму, которую вы хотите внести. Если вы хотите заплатить вперед за своих, так, это депозит на имя пользователя. Сумма вкладов в долларах США. Значит, у меня платежная система. Я буду пополнять на $1. Мне, в принципе, пополнять как бы и не надо. Это чисто для видеообзора. Я делаю депозит, чтобы вам понятно было. Значит, нажимаю депозит. И что? Смотрите сюда. Опять я перевожу. Сумма оплаты Payeer. $1. Насчет получателя, смотрите внимательно, отправить 1. Вот комиссия 5 центов, да? Насчет получателя, номер. Вот этот я номер копирую. Это все делается вручную, друзья. Я его копирую. Так, и введите здесь номер своего счета плательщика. Так. 349. Это мой счет. Важно, вот это, смотрите. Обратите внимание. Далее. Так, номер я скопировала. Депозиты Payeer обрабатываются вручную, поэтому они не являются мгновенными. Так. Так, номер я скопировала. Сейчас даже еще разок скопирую. Так, перехожу в кошелек, нажимаю перевести. Значит, сюда номер счета. Комментарий. Обязательно. В комментарии я пишу свой логин в проекте. Обязательно. Прописываем свой логин в проекте. Так, счет. Так, проверяем. 337, 10, 183. Так, 137, 10, 183. Все правильно. Прописываю сумму. 1 USD. Ну и того, как бы Payeer у нас тоже берет. Выходит 6 центов комиссия. Обратите в комментарии, я написала свой логин. Нажимаю перевести. Так, сейчас я введу код и продолжу. Так, перевод успешно выполнен. Так, возвращаюсь. Я ввела Payeer своего кошелька, нажимаю подтвердить оплату. Теперь я нажимаю подтвердить оплату. Все. Я пополнила. Понятно, да? Теперь, друзья, как правильно выводить денежку. Значит, нажимаю Виндраф. И у меня вот $21. Подождите, не 20, у меня $20. $20, 20.64. 20 долларов. Поставлю 60. Опять выбираю платежную систему. Я вывожу на Payeer. Сюда вставляю свой номер кошелька.
Нажимаю. Вот мои выводы. Я 4,85, 15 долларов, 32 доллара. Это вот недавно было. Так. Далее. Так, 20,60, Payer. Нажимаю WinDraw. Так, далее нажимаю на синюю вкладочку. Далее я иду на почту. Мне должно прийти письмо. Вот оповещение, как мы видим. Мой ADS App. Нажимаю. И вот здесь код активации. Я должна ввести этот код. Так. И смотрите, вот я нажала на ссылочку, обращаю внимание вот на эту. Вы должны нажать на эту ссылку. Это одноразовый код. Каждый раз у каждого свой код приходит. Я перехожу. Значит, перевожу на русский язык, чтобы вам было понятно. Введите код подтверждения. Значит, утвердить вывод средств или отменить. Значит, я подтверждаю, вставляю код. Так. Ставлю оригинал. Нажимаю подтвердить. Если вы не подтвердите код, вам денежка не придет. Все. Как бы вывод у меня заказан. Теперь вывод идет на модерацию, на проверку. После проверки там, я не знаю, ну, займет несколько часов. Вывод поступит на баланс. Мои монетки увеличились. А, еще подождите, мне не пришел. Вот на Purchase баланс должен прийти, как бы должна прийти денежка. Сейчас я его перезагружу. Нет, еще нету. Даже мне вот интересно, через сколько время оно придет. Придется ставить на паузу, чтобы вам показать, что как бы денежка... Надоело мне ждать. Денежка мне еще на баланс не поступила, депозита. Мой, значит, сделаем так. Вывод придет через несколько там часов. Возможно, ближе к вечеру. Разница во времени. Там, скорее всего, все спят. И как бы они начинают, как бы я, насколько мне известно, переписывалась с администратором я как-то. 5-6 часов вечера мне приходил ответ. Вот. Значит, денежка мне поступит, мой вывод на кошелек. Я запишу короткое видео о том, что денежка пришла. И покажу о том, что мне пришли, как бы, мой депозит, вот доллар, что я пополняла. Как бы он появится здесь. Я его трогать не буду. Как бы мне пока всего достаточно баб-монет. И я... Вот у меня третья группа. Как бы покажу еще, как ставить рекламку на депозитные денежки. Вот. А это вот этот... Репурша за баланс мне капает сюда и вам капает от просмотра рекламных ссылок. Тут определенная копеечка, как бы немножечко. Как здесь 1 доллар накапливается, я также ставлю рекламку, и у меня как бы накапливаются вот эти баб монеты. Плюс еще с 1 доллара 3080 монеток. Ну, в принципе, буду заканчивать. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!